Успели попрощаться с летом. Первые октябрьские выходные встречают дождем и промозглым ветром. Поездки за город лучше не планировать. А с вами Анастасия Куликова и прогноз погоды на эти выходные. В субботу, 7 октября, синоптики прогнозируют до плюс 16 градусов днем, ночью до плюс 11. Дождя не ожидается, но будет ощутимый и холодный ветер до 11 метров в секунду. В воскресенье теплее, до плюс 19 градусов днем, ночью до плюс 11. Но яростный ветер с порывами до 16 метров в секунду будет сбивать с ног, а дождь с перерывами будет идти на протяжении всех суток. Если вы хотите стать спонсором еженедельной погоды от блокнота, свяжитесь с менеджером по номеру телефона в описании к видео. Одевайтесь теплее и берегите себя, волжане. Увидимся совсем скоро.